Ну вот, мы уже сели в самолет и скоро будем взлетать. В этом году уральские авиалинии задержали рейс на 30 минут по сравнению с прошлым годом на 5 часов. В этом году я сижу у окошка. Вот. Так что всем хорошего дня. Продолжаем идти к морюшку. Сейчас висит красный флаг. Не знаю, отсюда видно или нет. В общем, в море нельзя купаться. Вообще и детей тоже снимать, конечно, нельзя на камеру. Но покажу вам, как городские люди наконец-таки выбрались к морюшку. Воу! И именно к тому месту. Где когда-то уже были. Море очень сильно штормит, но если вы посмотрите, на моем канале уже было такое видео в прошлом году. Есть супер вариант лечь просто на гальку вот таким вот образом и принимать солнечные ванны, что я и собираюсь, собственно, и сделать.
Итак, продолжаю небольшую серию небольших репортажей про море. Сегодня море штормит. Нам сказали, что оно будет штормить аж до 4 сентября. Вот, кто-то купается, но вообще не советуют, конечно, заходить. Поэтому можно просто принимать солнечные ванны. Ну, а я хочу сказать одну вещь, наверное, к сегодняшнему вечеру. Это то, что в прошлом году, когда уходили уже, уезжали из Адлера, конечно, было... Конечно, было ощущение... Конечно, было ощущение, что мы вернемся, и прошел практически ровно год. Мы снова здесь, и Чкаловский пляж, конечно, приветствует нас небольшими волнами. А вот, оставайтесь со мной, будем делать небольшую серию репортажей. В общем, хорошего всем сентября. В магазинах, торговых центрах, на предприятиях сферы услуг, бытовых и социальных. Обязательно соблюдать социальную дистанцию во всех местах массового скопления людей. Хочу обратить ваше внимание, что на побережье Сочи вот такой вот красивый променад, романтичный. Вечером можно гулять. Здесь расположено много всяких кофеен, баров, можно потанцевать. Днем, конечно, здесь достаточно оживленно, но сейчас предупредили, что 4 дня будут очень большие волны. Сейчас я вам даже покажу. Может быть, вы даже и увидите. Так вот, продолжая тему волн, хочу сказать, что 4 дня будут волны, но здесь можно найти различные развлечения. В принципе, сейчас сентябрь, поэтому если вы желаете потанцевать и приятно провести время, можно посидеть вот в таких вот кафе на пляже. Вот, есть другие заведения еще, которые расположены при различных санаториях и домах отдыха, вот, с различной национальной кухней и с различной музыкой. А это пляж Фрегат. Вы можете видеть волны, но, кстати говоря, хороший, отличный вариант – это покачаться на качельках. Вот вы можете видеть, вдоль линии есть качели.
с видом на море. На самом деле, скорее всего, это шезлонги, которые также сдаются в аренду. Вот, но стоимость не знаю, не узнавали, но, может быть, будет возможность, обязательно узнаем.